Икра и рыба – настоящее сокровище Камчатки. Морепродукты вызывают неподдельный интерес у покупателей и пользуются большим спросом. Копченая рыба может украсить любой торжественный стол. Но и в будни такая закуска будет актуальна. У рыбы горячего копчения нежная, мягкая текстура. Если рыба легкая, нежирная, то можно приготовить к ней более сытный гарнир. Если рыба горячего копчения жирных сортов, лучше предложить более простые гарниры. Например, к чевиче идеально подойдут тушеные или отварные овощи. Чевичу куплю. Очень вкусно я ее покупала. Я уже второй раз. Мне понравился очень. Вкусный. А еще придете? Обязательно. Очень хорошая, вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Ну как, приезжают, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится. Нам нравится. Очень хорошо. Икра на выставке продажи не только вкусная, но и полезная. Ведь в ней фолиевая кислота, йод, калий, железо и еще десяток важных для жизни микроэлементов. Все они положительно влияют на работу головного мозга и нервной системы, чтобы сохранить максимум ценных качеств. Говорят, на Камчатке засаливают икру прямо на судне, сразу после добычи. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. В основном беру икру. Вот, качественно, хорошая икра. Потом пробовали, сначала брали, вот белорыбицу я, чевыча брала. Рыба, конечно, хорошая. На прилавках у продавцов представлено несколько десятков видов рыбы. В ассортименте чевыча, белорыбица, палтус, нерка, тунец, кижуч, белуга, омуль. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка-продажа «Икра и рыба камчатская» расположилась у торгового центра «Премьер», рядом с центральным входом. Она будет работать до 29 апреля включительно.